Всем привет, дорогие друзья! В эфире Мистер Фокус Сэм, и это Сильвер Дивизион, групповой этап, где у нас играет команда GMG и новая команда Карас. Ну, я эту команду не видел в Сильвере, поэтому для меня она новая. Вот. А GMG мы, в принципе, видели как в Сильвер Дивизионе, так и в Голд Дивизионе. Вот. Эта команда довольно-таки неплохая. И я думаю, игра будет интересной. Что ж, давайте пробежимся по пикам. У команды GMG в данный момент есть Madman, Empath и Bubbles. А у команды Karas пикнут Торт, Чипер, кстати, и Флакс. Да, какой-то комбо-вомбо, я так понимаю, хотят ребята сделать. Вот, но Чипера не часто увидишь. Вот. И что по банам? В первой фазе банов лидер команды GMG у нас забанил Инженера и Рапсоди, а Магер забанил у нас Юблейда и Слона. Вот, а во второй фазе банов команда GMG забанила Гладиуса, Магмуса и Ревенанта, а команда Карас Темписта, Паразита и Офелию. Вот, перебанила она лесников возможных. Силуэт забирает себе GMG, а мортиры берут себе Карас. Ну, мортир Флакс, в принципе, неплохо, хочу сказать. Но, ну, я думаю, это мортир Флакс будет. Возможно, что-то изменится. Да, хочу заранее сказать, что у меня тут небольшие проблемки, ибо я недавно болел, еще не отошел, поэтому с горлом и с носом у меня в данный момент не все в порядке. Поэтому прошу прощения за качество звука, которое будет в играх. Вот, то есть я сейчас не могу дышать через нос, мне приходится дышать через рот. И это вот сами слышите, да, как происходит. А то я вчера стримил, мне говорили, это типа слюни. Я в себя вот так вот делаю. Так, ну ладно, это было лирическое отступление. Так, последний пик у команды GMG это Solstice. Точнее, последний герой. А Карас забрали себе Дарк Леди. Что ж, начинается у нас игра. В принципе, у обеих команд есть хард керри. А это значит, что в лейт-гейме, в принципе, обе команды имеют все шансы на победу. Да. Но у GMG этих шансов, этот шанс будет повыше из-за того, что у них на лейт-гейм есть и Solstice, и Madman. Да, у команды Hellborn только ТДЛ-ка, по сути. Да и все. Ну ладно, посмотрим, как отыграет команда. Будем болеть за обе команды. Вот. Ну что по лайнапу? По лайнапу, если смотреть, то команда Легиона, в принципе, все понятненько. То есть силуэт фармить идет с эмпасочкой. На нижнюю линию Бабл, скорее всего, мид. Мэдман на хардлайн. И Солстис в лес. Вот, а у команды Hellborn все немножко посложнее. Но у меня вот такое предчувствие, то что Dark Lady с тортом пойдет на изи лайн, Мортир Флакс на харду и соло мид чипер. Я думаю, будет как-то так. Вот. Посмотрим, угадал ли я. Но я бы расставил, ну, этих героев именно на эти лайны. Так, что-то подлагивает немножко Горенко. GoServe. Боже, это норма. Смотрите, на закуп коинга довольно-таки интересный закуп. Так. ДНД забыл включить. Вот, то есть это благодаря этому закупу можно побыстрее сапожок себе купить. Или какой-нибудь другой айтем. То есть у него 150 голды уже в кармане имеется. Вот им пасочка будет ему саппортить. Да. В принципе, все понятно. А сейчас они идут все вместе на вот эту вот точку защищать лес. Потому что если Солстису забанят спауны, ну как забанят, вардами заблочат, то Солстису будет фармить не так уж и приятно. Вот, то есть он как бы сможет фармить, но это будет немного тяжеловато для него.
Так, ТДЛ у нас купила часть от Ринкоу за Тичера, часть базилочки. Тут у нас Александр Гот, этот торт. Торт у нас запулил Мортира. Да, значит, Мортир пойдет на бот, я так понимаю, как я и предполагал. А ну, точнее, узнаем чуть попозже. Ну, на миде будет стоять Bubbles против Чипера. И, в принципе, Bubbles должен переигрывать Чипера за счет своего тейкавера. То есть летят ракетки, Bubbles активирует тейкавер, ракетки доджит. Все просто. Ну, в теории, естественно. Как это будет на практике, мы узнаем чуть попозже. Это у нас долгая пауза. Не люблю такие паузы. Но давайте посмотрим, допустим, на мид, что будет в мидгейме. В мидгейме у команды Hellborn есть все шансы победить, точнее выигрывать в файтах за счет их ультимейтов. То есть флаг всех стягивает. Туда проходит стан от торта. Чипер дает свой прокаст и залетает Dark Lady. В теории все это очень даже неплохо. Вот. Ну, команда Легион тоже все так сбалансировано, скажем. То есть там Bubbles ловит пару-тройку человек. Туда ультует Солстис. И приходят всякие мэдмены с силуэтками. И вырезают всех и вся. Кстати, хочу обратить внимание, пасочка у нас без антиварда. Вот поэтому если какой-нибудь подлый мортир поставит вард на отвод, то импас будет жить без отвода, тем самым получать меньше экспы. Чем она могла бы получить с отводами? Да. Ну и так, к слову, что-то не знаю, будет ли мортир блочить этот спот. Вот прикольно было, когда я стримил записи. Во время пауз я так беспалево нажимал на кнопочку F. Вот, и тем самым время ускорялось 8 раз. И паузы были такими быстрыми. Вот, а сейчас... Что же сказать? Была бы какая-нибудь интересная ситуация, то я бы... Была бы тема для разговоров. А сейчас я как-то даже... Не знаю, что вам рассказать интересного. А, ну, была игра. Вот, буквально 30 минут назад. ЖК против Мекки. Там Спидман играл на Дарк Леди. У него в команде было два саппорта, которые стакали ему лес. Весь лес был в двойных, в тройных стаках. Он нафармил кливер. Пошел фармить леса, и в итоге у него там чуть ли не 800 ГПМ было. 780, что ли. Если память не изменяет. Вот, как-то так. И вообще ТДЛ в лейтгейме очень сильная. К тому же она, скажем так, является контрой силуэта за счет Сайленса. То есть ТДЛ-ка с Сайленсом залетает на силуэтку, и силуэт не может использовать иллюзию. Она не может телепортнуться с иллюзией. Она не может использовать вторую способность и полететь к дереву. Но обычно в таких случаях силуэтки просто покупают геометрик, и за счет этого, ну, если на тебе Сайленс, ты включаешь геометрию, Сайленс пропадает. Вот. Пустят, наверное. Вот это вообще действительно слайд-шоу. Три минуты НДРМК? В смысле?
Это сервера. У нас еще игра. Опять РМК. Ну, ребят, ну не надо. Нормально же общались. Что это будет ремейк? Мне кажется, смена сервера им никак не поможет. У меня все повисло, я вроде что-то написал. Так, стрим идет, интернет работает. Отключен, игра закончилась. Они все-таки нажали РМК. Ладно, немножко подождем, надеюсь, это не займет слишком много времени. А пока, что можно сделать пока? А пока давайте послушаем фоновую музыку Хона. Она божественна. Thank you.
Что ж, снова всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Фокус Сэм. Тут ребята у нас прожрали РМК. Вот, вроде все успешно прошло. Посмотрим, не будет ли ничего лагать. Естественно, на это надеюсь. Итак, команда GMG против команды Karas. Посмотрим, какая команда окажется сильнее и победит в этой игре. Собственно, это групповой этап игры проходит в формате BO1. То есть каждая команда должна сыграть... Точнее, команда находится в группе. В группе 4 команды. Каждая команда должна сыграть с другой командой по одному разу. То есть получается, каждая команда играет 3 игры. Вот. Все. Вроде все правильно сказал, да. И команду, у которой... максимальное количество очков, точнее, во-первых, двух команд, проходит дальше. Как-то так, если мне память не изменяет. Ну что ж, у нас Мэдмен идет в сторону вражеского леса, видимо, хочет отводить крипов. Да, ему в этом никто, собственно, и не помешает. Да, сейчас Мэдмен тут постоит, да, отведет крипчиков. Так, вардик на бот у нас поставила эмпасочка. Тогда это у нее было 2 варда. В смысле, в закупе сейчас 1 вард. Странно. А, вот, 2-й Баблс. Да. Баблсу решила она отдать вард. Нет, нет, вардик будет на эмпасочке. Посмотрим, куда она его поставит. Так, коинг у нас с прежним закупом. Вот, и все. Ну что ж, мое предположение в самом начале оказалось верным. Чипер на миде. На хардлайне у нас Флакс и Мортир. А на топе фармит ТДЛочка, которую саппортит Торт. Так, Мэдмен успешно сагрил на себя крипов. Пытается отвести, но тут Торт. Торт тут как тут, рубает импейлмент. Ух, и ТДЛ не растерялась. Вот ТДЛ сейчас все правильно сделала. Она отвела вражеских крипов к своим крипам и тут будет фармить. То есть она ничего сейчас не потеряла. Хотя могла бы потерять, и было бы все немножко печально. Так, на боте, ну, тут силуэт не будет фрифарма. Вот, но если коинг будет потеть, он будет стараться добивать всех крипчиков. Вот, и потом... с каким-нибудь там солстисом будут пытаться убивать вражеских героев. Естественно. Так, Баббл стоит у нас против Чипера. Так, на топе у нас Мэдмен уже 2 раза первый скилл прожал. Манки у него маловато. Юзает ману поушен и... прячется в деревьях. Да. Но на самом деле Мэдмен тут очень даже легко может погибнуть, потому что ТДЛ залетает сайленсом, Мэдмен не может уйти в инвиз. А сверху станут арта и все. Собственно. Так, Баблс у нас тут с шелсерфом харасит Чипера. Так, проблемки у Мэдмена. Да, хорошо его Торт харасит. Торт молодец, крипов. Нет, нет, переагрил на себя 2 крипов. Да, перехвалил я его. Просто я сам-то играю на кэре, и когда саппорт вот так вот отводит крипов, это очень неприятно, потому что теряется лайн-контроль. То есть, как вы видите, сейчас силуэт как бы пушит свой лайн. Ой, силуэт, Дарт Леди пушит свой лайн. И из-за этого Мэдмен будет под своим тавром спокойно получать опыт. Вот. Так, на топе Баблс забирает инвиз. Идет на мид. Эмпасочка заюзала Health Potion. Так, силуэт уже 3-й левел получила. Да, но убить Флакса и Мортира не так-то просто. А Мортира бить вообще неприятно. Потому что его побьешь, потом получишь очень больно по лицу.
Давайте взглянем на ГПМ, что у нас творится. Так, ну Dark Lady 280, ну 3 сотни, я думаю, она да, сейчас будет держать. Да, затем Чипер. У нас Чипер как-то получше добивает крипчиков, нежели Баблс. Вот, потом за ним Флакс. Вот, ну, у Силуэт все плохо, потому что стоит против, ну, я бы сказал, сильные даблы. Сильный вот этот вот дабл лайн, флакс, мортир. Оба толстые, оба наносят много дэмэджа. Ну и Солстис фармит лесок. Да, Солстис уже четвертый уровень. Пойдет контролить руну. Так, что же за руна? Так, руна на топе, это дабл дэмэдж, который подбирает Мэдмен. Да, ну тут лайн запущен, смысл Мэдману идти сюда? Я как-то не понимаю. Это потеря времени, а на боссе тем временем у Эмпаски были проблемы. Да, ну, не знаю, будут ждать, но линия слишком сильно запущена. Я считаю, что Мэдман в данный момент теряет кучу времени, лучше бы он... Хотя он свой лайн тоже запушил. Не знаю. Прятался бы в деревьях, экспу получал. Было бы полезнее. Да, ну, экшен у нас пока никакого не намечается, но я думаю, как Баблс апнет уровень, так что может что-нибудь делать. А, вышел Солстис. Хотят убить Мартира, у Мартира проблемы с первым скиллом, очень больно бьет по эмпаске. Минус эмпас, Мартира убили, и Силуэт добил Флакса. В принципе, ну естественно в плюсе команда GMG, однако Бладла сделала команда Карас, поэтому в принципе по голде все было равноценно, по сути. А, ну, у GMG все равно побольше голды в итоге получилось. Да, но разменяли одного героя на двоих, тем более саппорта. Эмпасочку. Вот, и... Коинг у нас уже со стимбуцами бегает. В принципе, неплохо. Принципе, оттеркамерится еще. Три сотни ГПМ будет держать. Так, ну что, Баблс и Чипер получили шестые левела. Баблс идет на топ, но руну подобрал Торт. Торт в инвизе. Об этом, кстати, Баблс не знает. И, возможно, сейчас будут убивать Баблса. Так, Солстис, кстати, тоже со стимбусами, шестой левел. Хорошо. Так, Торт решил не гангать мид, а пойти помочь на боте. Да, надо бы убить эту силуэтку. Если силуэт не остановить сейчас, то потом уже будет слишком поздно. Это я вам гарантирую. Итак, Торт подошел. Замедло по силуэт проходит. Очень больно. Стан по силуэт, минус силуэт. Молодцы. Забрали силку, еще могут убить эмпас. Да, ульту юзает флакс, минус эмпасочка. Сюда еще подходил, кстати, чипер. Да, ну чипер идет обратно. Мэдман что тут в этой области забыл. Видимо, не дают ему фармить и получать экспу на топе. Так, какой тут фармить? Экспу получать не дают. Сапогом бедный Мэдман бегает у нас. А, ну, пока что команда Хеллборна ведет 2000 голды и косарь XP. Но это, конечно, незначительно, но все же. Решили вчетвером на базе собраться, что будет драка. Солстис. Шестого левела. Солстиса видно. Хороший вард от Мартира стоит. Так, забинло по флаксу. Залетает баба с ульта по четверым. Ульта по четверым от Солстиса, это квадкил от Коинга.
О боже, как же классно сейчас отыграли GMG. Вот это я понимаю. Помните, я говорил то, что Баблс ультует, и туда ультует Солтис. Сейчас было именно это. Это было очень классно. Да, прям. И что самое классное, что все киллы забрала Силуэт. Тем самым Коинг у нас быстрее нафармит Линку, ПК. А с этими айтемами можно будет сплитпушить и убивать всех и вся. Так, залетает во флакса у нас силуэточка. Так, стаки проходят потихоньку. Так, ну нет, нет. Уходит у нас силуэт, замедло проходит. Первый скилл от Мартира. Залетает Солстис. Точнее, забегает. Флакс использовал ультимейт свой. Ну, флакс должен умирать. Да, флакс умирает. И Мартира тоже убивает. Отлично. Так, на миде у нас торт. Опыт получает. Да. Не, ну это все, конечно, хорошо, но ТДЛ фармит. Про ТДЛ все забыли. Точнее, никто и не вспоминал о ней пока что. А вот эта вот девица может очень сильно потом навалять. Кстати, хочу отметить, какой зачетный аватар на силуэтку. Мне прям нравится. Кстати, на Инте этот аватар есть в тайской озвучке. Вот. Ну, почему-то на Галене такого нет. Ну да ладно. Опять-таки, лирическое отступление. Это хорошее замедление дает Бэтмен. Я думал, конечно, крипы посильнее побьют Дарк Леди. Да, Dark Lady у нас будет собирать Runeon Cleaver. Потому что уже есть Life Tube. Так, разгоняется Solstice. Ульта по двоим от Bubbles. Ульта от Solstice. Минус флакс. О, тут прилетает чипер на хосте. И, в принципе, он, кроме ультимейта, ничего не сделал полезного. Да, и все расходятся по лайнам. Мэдман у нас уже с ботлом, кстати. Не сказал я. Да, но у флаксу счет 1-4-2 как-то не очень. Ну, видно, что у команды ГМГ больше опыта игры, ну, скажем так, в турнирах. Ибо они вот знают, что надо всем собраться и помочь Dark Lady, ой, ТДЛке, которая, что я говорю, силуэтке, да, своей силуэтке помочь, которая плохо себя чувствовала. Вот, собственно, это привело к победе в файте. Так, ну ТДЛ тут харасит у нас Мэдмана. Так, кто-то делает две ТПшки, ТПшка от Бабблса. Хорошее замедление по двоим от Мэдмана. Залетает у нас Бабблс. Silence. И убивает торта. Минус торчер. Так, там еще одна ТП-шка была. Да, это Солсис, который сделал разгон на Дарк Леди. Ух, ну 20 хп улетела ТДЛ-ка. Не растерялась. Молодец. Улетела. Так. Солстис с Баблсом решили пофармить лес. Кстати, Солстис у нас молнии собирает. Веселая тема на Солстиса. Потому что Солстис 4 тычки быстрые дает. Очень быстрые. 4 вроде, да? Если память не изменяет. Где это написано? Написано, не написано. А, увеличивает скорость атаки на 3 сотни и накладывает замедление на 3 секунды. В общем, вроде как 4 атаки очень быстрые наносят у нас Солстис после использования первого скилла. Вот, и за это время молнии очень быстро накапливаются и проходят, ну, пару раз. То есть, как когда ты бежишь, первый раз они автоматом уже накоплены. Потом даешь 4 атаки и вторые молнии проходят. Так, очень быстро забрали торта. Тут даже бабу с ультимейт потратил. Солстис в инвизе стоит. Но тут антивард. Его могут спалить.
Так, делает первый скилл на чипера. Прилетает у нас Мэдман. Замедление. Перед смертью у нас чипер дает ультимейт, но как-то не особо много дэмэджа наносит он. Так, импаска, прекрасная стеночка отделяет мортира. И все, минус мортир. И команда ГМГ берет победу, можно так сказать, в свои руки. Уже 5000 преимущества по голде и 8000 преимущества по экспе на 14 минуте. Это очень даже неплохо. Учитывая то, что они проигрывали 2К. Так, Тарта видит у нас Солстис. Так, опять импаска, прекрасная стеночка. Флакс их стянул, но Флакс погибает. Залетает в Тарта у нас Баблс. Еще тычка. Ух, Турт захилился, молодец. За счет хилочки спас свою жизнь. Так, и на этом все. Забрали Т1, разошлись. Так, у Коинга, в принципе, есть уже линка. Осталось только докупить как Блэсторп. Да, Блэсторп по тайной лавке. Да, все. Ну и Стоун готов. Да. То есть ультимейт Флакса уже проходить не будет. Первый скилл Мортира. Что еще? Там замедло Дарк Леди. И в принципе все. Ну, там второй скилл Флакса, но это такое незначительное. Иллюзия еще жива, 20 хп. Так, ну вернемся к нашей Дарк Леди. Дарк Леди 373 ГПМ, в отличие от силуэта 480. Скоро там 500 будет. Так, Мэдман сделал ТП на топ. Ты зря Даст ты прожал сейчас торт. Очень зря. Взял, потратил Даст. Так, приходит еще Солстис. Солстис уже с молниями, кстати. Кстати. Так, очень много дэмэджа наносит Мэдман по торту. И минус торт. Отлично. Так. Что... У нас чипер имеет. Чипер бегает только со стимбутсами и с ботлом. Больше у него пока ничего нет. Так, Баблс фармит на миде. ТДЛ куда бежит? ТДЛ бежит на мид. Хочет убить Баблса? Можно попробовать. Так, залетает Сайленсом. Замедло. Очень больно Баблса. Да, она убьет Баблса. Отлично. ТДЛ молодец. Она ускорила покупку Рунет Кливера за счет того, что Баблса убила. Он двух хрипов забрать, и все, и Рунет готов. Отлично. Так. На боте у нас силуэт. Сплит пушит, точнее пушит Тавр с пасочкой. Так, Тавр заденайли. Ну все, поменялся местами. Так, а Кливер тем временем прилетел к Дарк Леди. Дарк Леди сейчас может пойти в свои леса, фармить. Нафармить Шранкин Хэт. Вот или Абиссал, я не знаю, что она выберет первым. Ну просто Шранкин Хэт очень нужен, так как у Легиона, не считая силуэт, все магическое. Вот. Ну силуэт как бы и магический урон наносит, и физический. Так, ГМГ пушит Т1 на топе. Так, трипл стак эншентов сейчас будет. И дабл стак эншейк забирает
ГМГ. Так, а сюда пришла АТДЛ-ка. Да, АТДЛ с стартом забирает трипл стак с рунет кливером. За ТДЛ фармить одно удовольствие. Ой, тут силуэт прилетает, очень больно бьет чипера. А ТДЛ, силка, можно сдохнуть. Да, силуэт, прошу прощения, силуэт. Загуляла. Загуляла у нас коинг. Да, что-то я путаюсь в героях, силуэт, ТДЛ, не знаю почему даже. Чё я путаюсь в них. Вот. Да, силуэт загуляла у нас. Опа, минус Флакс, хотя Флакс может оттолкнуть, отталкивает, молодец, но не сбил. И Солсис просто под тавером делает ТП. Да, хочу заметить, что вторая способность Флакса и ультимейт вроде, да. Вот насчет ультимейта точно не могу сказать. Они не сбивают челлендж заклинания. То есть телепорт сбить не может Флакс вторым скиллом, точно. Ну и вроде ультимейтом. Ультимейт надо проверить. Ну процентов, не знаю, 70, что он тоже не сбивает. То есть если темпи скрутит всех, Флакс вторым скиллом и ультимейтом не может сбить ему ультимейт. Никак не может. Вот. Ну такая, скажем так, механика героя. Он просто очень часто видел такое, что кто-то делает ТП, Флакс хочет ему сбить. А в итоге получается, что Флакс просто отодвигает этого героя. И больше ничего не делает. Так, ну коинг у нас сплит пушит. То есть пушит бот. Иллюзию отправляет в лес. Чтобы в крайнем случае телепортнуться. Так, на миде убивают чипера. Да. Как на чипера не глянешь, одни пилы. Так, тут въезжает у нас ТДЛ-ка с Флаксом в Баблса. И, в принципе, Баблса должны убивать. Нет, ТДЛ уходит. Ой, тычки не хватило, чтобы убить Баблса. Так, Флакс. Его пытался захитить Матир, но не удалось. И тут этот... Солсис с Мэдманом просто всех растерзали. Просто всех. Мощный Солстис с молниями, который уже Абиссал себе приобрел. И будет собирать Инсанитариус. Да, 12 тысяч преимущества по голде, уже 13 тысяч. И 17 тысяч по XP за командой ГМГ. GMG. Так, силуэт у нас после Портал Кея хочет купить себе геометрик. Вот. Ну, чтобы был какой-то сейф от Dark Lady. От Silence Dark Lady, да. Dark Lady нафармил тем временем Abyssal. Abyssal, и я думаю, следующий артефакт должен быть Shrunken Head. Просто обязан. Без Шранкина ТДЛ тут вообще никуда. Как бы, да, она может убить Баблсон, и то, если тот будет соло. И все. А Шранкой ТДЛ может убить, в принципе, всех. Да. Ну, Солстисом придется попотеть, так как Солстис очень такой толстый. Еще и Инсанитариус себе приобретет. Будет неубиваемый. Так, а Мэдман собирает себе бруталайзер. Бруталайзер, бруталайзер, чтобы башить. Башить хоть Шранкин. Так, эмпасочка снимает вард, который должен был закончиться. Дарт Леди бесстрашно идет вперед, видит она Мэдмана на варде, но тут залетает вся команда в Дарт Леди. О, хорошо, Мартир отхилил Дарт Леди, ульта от Солстиса. Неплохая, Солстис не знает, кого бить, убили Мартира, Мэдман бежит за чипером. Солстис дерется с Дарт Леди, с Флаксом и Тартом. Тут еще силуэтка, силуэтка убивает Флакса. Ох, а Дарт Леди там сильнее оказывается. Дарт Леди убила у нас силуэт. И Дарт Леди умирает. Да, вот так вот вышло. Если бы Флакс жил подольше, то Дарт Леди выдала бы свой весь потенциал. То есть увидели сейчас
Силуэт с Эмпаской дралась против Дарклейди, и Дарклейди оказалась сильнее. Как-то так. То есть к лейтгейму, в принципе, ТДЛ-ка может перекэрить силуэт. Там уже будет зависеть от очень различных факторов. Ну уже с Санитариусом у нас Солстис бегает. Так, из нововведений у Чипера таблеточка. Ну что, таблеточкой он сможет себя толкать, своих союзников. Хоть какой-то механизм эскейпа у него появился. Так, на топе иллюзия подбирает Солстис. И отправил иллюзии фармить лесок. Мне вот интересно, будут ли забирать Конгара команда Карас? Она, в принципе, способна его убить. С Абиссалом Дарк Леди это делается, ну, проще простого. Да, но если их увидят, то это уже, понятное дело, будет слив игры. Так, ну что-то все тут собирается. Дарк Леди. Нет, не будет добивать силуэт. Будет фармить у нас Дарк Леди. У нее уже одна часть от Шанкина есть. Так, залетает Флакса, минус Флакс. Ульту и полный проказ дает Чипер, но Чипер сейчас погибнет. Прилетает Дарк Леди, залетает. А что-то ультимейт Дарк Леди у нас не делает. Убила. О, хороший ультимейт по четверым от Солстиса. Солстиса, кстати, увидели. Дарк Леди бежит за Солстисом. Так, Сайленс залетает, замедло, бьет. Бей, бей. Еще тычку. Просто бок. Силуэт. Ой, Дарк Леди уже подумала, что убила Солстиса, но тот в последний момент Инстаниталиус очень быстро выключил и включил. Вот это было действительно круто. Да. Ну, я понимаю, что не все оценили, наверное, но круто. Так. С геометриками у нас уже силуэт гоняет. Да, с геометриком увеличивается скорость атаки, скорость бега и иллюзии. Вообще классный артефакт. Да, но именно в этой игре, в принципе, правильно, что после ПК геометрики. Ой, кстати, сейчас Цимбаску убьют. Ну, за 3000 у нас Дарк Леди убивает Эмпаску. По сути. Я к чему говорю про геометрик на силуэт. Я тоже люблю играть на этом герое. И я, ну, как бы обычно покупаю после Нулстоуна и ПК Шилбрейкер третьего уровня. Но тут, вы видите, Дарк Леди, чтобы как-то противостоять ей, он собрал геометрики. Так, Чипер убивает. Минус Чипер. Так, Мэдмен хочет убить. Нет, не будет продолжать. Боятся, они боятся Дарк Леди. Так, делает разгон на Флакса Солстис. Очень больно. Так, залетает у нас силуэт. Силуэт бьет торта, минус торт. И Мартир тоже погибает. А ТДЛ не было в этом файте. Да, ну ТДЛ только сейчас купила себе шранки, но у нее не было телепорта. Жалко, конечно, 20 тысяч. Отыгрывать тяжело. Очень тяжело. Я не говорю, что невозможно. Но тяжко, тяжко. Это был
Случайный ультимейт. Ну да ладно. Команда ГМГ хочет забрать Кангора. У нее, в принципе, это прекрасно получается, но... Ну ты ДВЛ потратил ульту. Вот сейчас бы эта ульта зарешала. Серьезно. Ну, такую суматоху тут навела. А Солстис заходит с Шанкой, очень больно всех бьет. Флаг всех стянул, ТДЛ под Шанкой нарезать, ее отхилил Мартир. ТДЛ, надо фокусить силуэтку. Ну тут всех, кроме ТДЛ, убили. Силуэт, в принципе, она такая ватная. Боже, зачем он... Зачем сейчас это сделал Коинг? На него повесили реген, он взял, сбил себе реген и люской. Ну ладно. Это так, к слову. Можно убивать ТДЛ, но нет. Нет Портал Кея. К сожалению. Точнее, Портал Кея на кулдауне. Чё у нас Коинг-то сейчас летает? А, он купишь, что хочешь? А, вот, Шилбрейкер. Шилбрейкер второго левела. И сразу прилетает. Какая же классная силуэтка. Может находиться в двух местах одновременно. Вот это круто. Очень. Так. Флакс у нас с ПК. Да, я в прошлом файте не заметил, был ли у него портал кей или не было. Так, ну силуэт с токеном, в принципе, ничего не боится, но как бы не рекомендуется его тратить. Сейчас силку можно убить. Так, Солстис накатывает ультимейт. Хороший ульт. Шанку прижимает у нас ТДЛ. Очень быстро чипер нарезает. Итак, сейчас заберут Дарт Леди. Ух, Мартир ее захилил полностью. Ульта от Дарт Леди залетает в силуэт. Ну, силуэт прижимает просто геометрики и все. Так, сейчас будут забирать флаксы, минус флакс. И это консит. Это консит от команды Карас. Ну что ж, поздравляем команду ГМГ с их победой. Они молодцы, очень уверенно. Правда, вначале что-то пошло не так, но сейчас, точнее, буквально через 10 минут они отрекаверились. Что ж, я отключусь на небольшую паузу, не расходитесь.